Пятый канал представляет. Послушайте, за разумные деньги вы можете совершить звонок в город Тюмень. Благословенная вы моя. Вы просите меня связаться с потусторонним миром. Простить нас всех, Вселенная. Да, 25 тысяч за такое. Это вполне разумные деньги. Вы знаете, как индийские мудрецы называют коров, что не дают молока? Жадина-говядина. Алло. Ты дура жадная, а? Что за день-то такое? Здрасте. Куда это приехали? Вселенной ради, вы скажите, вы чего хотите? Я машину вам хотите отдам? Смотрите, очень хорошая машина. Или денег? У меня очень много денег. День добрый. Кто обнаружил труп? Мы преследовали нарушителя и обнаружили открытый автомобиль. Решили осмотреться, ну и... Ясно. Ой-ё. Твой клиент. Ну, что тут? Феликс Воронин убит выстрелом в висок. Я думаю, убийца сидел на моем месте. Пойдешь осмотришься? Я понял, на твоих Похоже, ты следы нашего убийцы. Все, мы в гаражах. Они самые свежие. Остальные либо затерты, либо замыты дождем. Я проверю на всякий случай. Проверь. В общем, убийство произошло около 10 часов назад. И Гизу я не нашла. Видимо, убийца забрал ее с собой. Это все. Понятно. Пакуй. Че, поехали? Поехали. Ты у меня сейчас допрыгаешься. Тебя поймаю,
Следы ты почищать не очень-то умеешь, да? Черт. Что это? Что случилось? Это мне не надо. Это мне не надо. Не надо, блин, это не шутки. Ну, тут, стой. Да? Тань, звала? Да. Так, слушай, установили, из чего был застрелен Воронин? Нет, Вайсберг еще пулю не извлек. Так, надеюсь, ты помнишь, что мы сегодня идем на вечеринку. Ну да, помню, а что? Погляди, присмотрела для себя пиджачок. Красивый, но только какой-то пижонский. У нас все-таки ретро-вечеринка. Я думала, что ты будешь гангстером. Кем? Моим гангстером. Кем? А, ладно, забудь. Хорошо, считай, что забыл. Да, пожалуй, другой. Ник, долго еще? Минутку. Так, ну что, есть зацепки? Криминалисты сообщили, что этот след ни по одному делу не проходил. Но я уверен, что он там оказался не случайным. Вот что я нарыла. Феликс Воронин, выпускник театрального училища. Не женат, не привлекался. Судя по постам в сети, он медиум и за деньги проводит спиритические сеансы. Актер, спиритические сеансы. Мошенник? Скорее всего. А, Ника, он живет на Заречной улице. Покажи, где это на карте. Ну, это прямо далеко от места преступления. Может быть, его туда убийца вытащил? Или он там его поджидал? И еще. Последний звонок Воронину был от некой Линды Машковой. Ее телефон с 6 утра фиксируется в районе лесного проезда. Я ей звонила, не отвечает. Проверим ее? Проверим. Ник, пришли мне ее адрес и фотографию. Удачи. Подполковник Радимин, слушаю. Так точно. Да, хорошо, я вас сейчас встречу. Дмитрий Владимирович. Сейчас. Подполковник Дмитрий Радимин. Мы знаем, кто вы. Нам нужна... Нам нужна Юрочка Вероника Сергеевна. Пройдемте. Вот сюда направо. Не знаю, что в моей жизни должно случиться, чтобы я обратился к этим жуликам. А ты знаешь, что президент США Авраам Линкольн с супругой после смерти сына проводили спиритические сеансы? Вик, подожди, ты что, во все это веришь? Во что веришь ты, Сева? Кажется, это она. Здравствуйте, майор Берсеева, межведомственная рабочая Здрасте. Группа. И что вам надо? Вы знакомы с Феликсом Ворониным? Не знаю я такого. Как же не знаете, если вы ему вчера звонили? Да, звонила, но я не знаю такого. Вы подумаете, что я сумасшедшая? Но это не так. Полгода тому назад умер мой муж. А сейчас его призрак не дает мне покоя, пугает меня. Подруга посоветовала обратиться, ну, к этому, как его? Воронину. Да, а он такую цену загнул. Откуда у дворника такие деньги? Вот я вчера вечером и позвонила, попросила скидочку для пенсионерки, а он трубку бросил. А еще вчера вечером ко мне внучок приезжал. Так он в этом вашем интернете нашел, что ваш Воронин мошенник. Вот я и передумала к нему обращаться. Спасибо. Спасибо, до свидания. Пожалуйста, до свиданица. Хвала интернету, люди хоть что-то начинают понимать. Но она, похоже, реально сумасшедшая. Сумасшедшая, но не врет. Кстати, нам нужно поехать осмотреть квартиру Воронина. Ты ключи взял? Угу. Ну, поехали. Это все, конечно, замечательно. Сиди. Я понимаю, что у вас приказ, но мы имеем право знать. Это дело с грифом «секретно», так что извините. Так я ничего не сделала, я просто следила за хакером, это все. Ника. Юрчик, Вероника, прошу следовать за нами.
что будем делать? Я не знаю. Добро пожаловать. Сева. А что? Неплохо жил медиум. Зачем столько телефонов? Что, скрывался от разгневанных клиентов? Кстати, почему Ника не сказала, что в интернете про него пишут как о мошеннике? Да, она чем-то другим была занята. Ты видела? Да. Медиум Феликс Воронин застрелен в собственной машине. Сыщики подозревают, что Воронин мошенник, и едут к нему на квартиру. Там они сталкиваются с посторонним, которому удается сбежать. Косицкий бросается в погоню. Отойди! Зина, сейчас выбежит молодой человек. Задержи его, пожалуйста. Куда спешим? Отлично, Зина. Хорошо поработала. Слушайте, я все объясню. Я с удовольствием послушаю. Вот, задержал. Сейчас буду допрашивать. Здрасте. Да, так точно, Михаил Юрьевич. Хорошо понял. Да, на связи. На что? Да ничего не знает наш полковник. Сказал только, что кто-то утром взломал сайт Министерства обороны, уже есть задержанный. Дима, а знаешь, почему это произошло? Почему? Ты слишком много позволял Нике. Да, Лев Романович? Ладно, пойду позвоню знакомому генералу. Я думаю, что чем-то поможет. Что у вас? Смотрите. Воронин был убит из спортивного пистолета. Такая модель используется на стрельбище. Я думала, из спортивного пистолета достаточно сложно убить человека. Ну, почему? К тому же это очень мощный пистолет, и пуля была заточена ручным способом. Да, и еще. Перед смертью Воронина очень сильно врезали. На верхней челюсти очень повреждена десна. Спасибо, Лев Романович. Да не за что. Классный наборчик. Где взяли? Частное журналистское агентство? Я вам уже говорила. Я не знала, что Воронина убили. И вчера я за ним не следила, я была в редакции. Сначала на летучке, потом сидела статью всю ночь переписывала. Да, но это не повод незаконно проникать в чужую квартиру. Вы понимаете, что вас за это могут посадить? Я понимаю. Но знаете, иногда приходится и рисковать. Ну, правильно. Нам же тоже часто приходится рисковать, да? Да. Но, тем не менее, я думаю, вам нужно проехать с нами и ответить на все вопросы под протокол. А я отвечу. Любые вопросы. Я передам вам все материалы на Воронина. Я много накопала. У меня 10 интервью с записи с его клиентами, которые попались на его развод, ну и согласились говорить. Я не думаю, что это кто-то из них. Но я и не совсем успела пообщаться. Пожалуйста, может, не надо никуда ехать, а? Вик, это реально нам может помочь. Что искать нужно среди клиентов Воронина, мы и так знаем. У нее незаконное проникновение в квартиру. Да, но она не убийца. Я буду сотрудничать. Пожалуйста. Под мою личную ответственность. Ладно. Только сначала алиби нужно проверить. Ага. А как же иначе? Проверим. Пожалуйста. Не знаю. Я не могу поверить, что Ника это сделала. Зачем ей это, а? Тань, что нам делать, а? Федор Михайлович звонит. Да, товарищ генерал. Да.
Я вас понял. Спасибо. На что? Федор Михайлович ничего не знает. Только сказал, что с утра все Министерство обороны на ушах. Что же она такое сделала-то? Здесь все. Протекторы не совпадают. Это визитка моего редактора. Он подтвердит мое алиби. Никто из них ранее не обращался в полицию. Ага. Спасибо. Нет-нет, с Леной все в порядке. До свидания. Лена вчера весь вечер была в редакции. Сева, не забудь коробку. К вам просьба. Не уезжайте, пожалуйста, из города. Хорошо, спасибо вам большое. Возвращаю. Они мне больше не нужны. Тогда оставлю себе. Вы меня спасли. Ну, может, тогда перейдем на ты? Кстати, тебе причитается. Поэтому предлагаю еще раз увидеться и пообедать. Раз меня причитается, хорошо. Тогда поужинать. Не против? Хорошо. Поехали уже. Еще увидимся. Алло, Лен. Ну что, я жду вас, ну, в смысле, тебя у кафе «Рандеву» на Краснопутиловской. Понял. Сева, может быть, ты мне поможешь? Я вызвала на допрос некоторых потерпевших, наверное, уже подошли. Воронин кинул на 200 тысяч некую Агапову Марию Александровну. Ее сын Агапов Максим Петрович пытался вернуть деньги, но у него ничего не вышло. Чем тебе не мотив? Мотив. Да мотив, только я это знаю. У этого Максима телефон не отвечает. А где они живут, неизвестно. Ника бы за секунду это нашла, а мы... В общем, Косицкий, работаем. Да. Да нет, я еще... Молодой человек, может быть, займетесь с нами? Ну, я же попросил подождать. Да не тебе я. Да я перезвоню тебе. Ага. Дмитрий Владимирович, ну... Молодой человек. Ну, давайте. Что? Ну, давайте, посмотрите. Валентина Швырева. Швырева. Я как только поняла, что Воронин мошенник, сразу же написала об этом на форуме. Услуги медиумов нынче очень популярны. Я хотела предупредить форумчан, чтобы они были осторожнее. А в полицию не обращались? Нет. Все как-то не было времени. Воронин обманул меня на 20 тысяч. Сумма не очень большая. Но чтобы ее вернуть, пришлось бы ходить по судам. А там ты еще больше денег заплатишь. Да и неудобно это, когда работаешь. Ну что ж, спасибо. Не буду вас больше задерживать. И впредь обращайтесь к проверенным специалистам. Значит, у нас только потенциальных подозреваемых, и ни у кого нет серьезного мотива. Ну, мы еще не всех проверили, не со всеми получилось связаться. Может быть, кто-то из них убийца? Друзья мои, ну что, пулю я извлек. Так. И вот еще что. Я не знаю, насколько это важно, но Воронин сделал себе тату буквально за несколько часов до убийства. ТТ. Что это такое? Логотип какой-то? Можно? Да. Логотип. Салон «Твоя тату» находится в торговом центре на Петровском. Слушай, Вик, может, метнемся в этот торговый центр? Там наверняка полно камер. Да, конечно. Мы в салон. Давайте. Если что, я у себя. Хорошо. Да, конечно. Потом поговорим. А, черт. Что? Ай-яй-яй-яй. Как же я забыл-то? Мне аж к стоматологу надо. Слушай, может, ты сама съездишь? Там делов-то. Всего лишь осмотр. Просто зуб не хочется тереть. А какой зуб? Ну, нужный. Нужный? Угу. Ну, тогда надо ехать. Угу. Ну, я поехал. Пока. Ну и куда на этот раз? К
стоматологу. Я понимаю, что шансов практически нет, но вдруг вы его вспомните. Ну, почему же нет? Я помню мужика этого прекрасно. Ему здорово врезали. Врезали? Да. Классно врезали. Есть даже запись. А можно взглянуть? Еще нет. Нападавшего зовут Максим Агапов. Я раньше работал в полиции, поэтому записал все его данные. Это же как нам с вами повезло. А? Спасибо большое. До свидания. Сева, извини, у меня срочные дела. Набери меня в 10 вечера. С меня ужин. Ну, супер. Просто класс. Да. Сева, ты помнишь Агапова по материалам дела Елены? Ну? Да, Воронин кинул его мать на 200 тысяч. Так вот, он оказался инструктором на стрельбище. Да ладно. Я сейчас кину тебе адрес его прописки. Будь там как можно быстрее. До встречи. Понял, еду. Привет. Ну как твой зуб? Ну, как сказать. Нужен повторный прием. Ты, кстати, молодец. Хорошо поработала. Правильно, Косицкий. Лесть не должна быть прикрыта. Я еще, кстати, позвонила на работу Агапову, и мне должны посмотреть и сказать, пропадало ли у них оружие или нет. Я же говорю, молодец. Оп-оп-оп-оп-оп. Прошу. Мошенник, подрабатывающий медиумом Феликс Воронин, застрелен в собственной машине из спортивного пистолета. Сыщики подозревают в убийстве инструктора по стрельбе Максима Агапова, который избил Воронина в день убийства. Когда сыщики приезжают к Агапову на квартиру, то слышат выстрел и чьи-то крики. Агапов, открой! Я тебя предупреждал! Я тебя предупреждал! Я понял! Я больше не буду! Брось пистолет! А вы кто такие? Руки! Лицом в пол, руки за спину! Руки! За спину, я сказал! Что здесь произошло? Да придурок он! Я к тебе извиняться пришел! Чего ты на меня накинулся-то? Нужны мне твои извинения! Ага, погорячился я, малек. Сеструху его поколотил. Ну а что мне делать, если я такой ревнивый? Не в первый раз, между прочим. Молчи! По поводу стрельбы будете заявление писать? Нет, конечно. Пистолет-то не боевой. Тем более он мой Шурин. Да успокойтесь! Да тихо ты! Или и вас увезем. Максим Агапов, вы задержаны по подозрению в убийстве Феликса Воронина. Подъем! Чего? Кто это? Как в убийстве-то? Пошел. А по поводу домашнего насилия мы поставим в известность вашего участкового. Да я понимаю. Да я тоже хочу тебя увидеть. Но у нас тут, знаешь, происходит такое. О, повеси, начальник идет и попробуй отпроситься. Так точно. Ну, мне-то что делать? Дмитрий Владимирович. Да почему такая секретность-то? А, Николай Васильевич, ну хорошо, к кому мне обращаться, а? Хорошо. Алло. Да не получается, у нас тут дурдом происходит. Помнишь, я тебе про Нику рассказывал? Она, кажется, взломала сайт Министерства обороны, прикинь? Ну да. Я услышал, как мама
просит у кого-то скидку по телефону. Стал выспрашивать у нее, что да как. А у нее ноги давно болят. Много чего перепробовали. Да вы не подумайте, я ей помогаю деньгами, а тут смотрю, прям на всем экономить стала. Ну, решил проверить, что она там купила у этого Воронина. Оказалось, это аптечный набор для настоек. Стоит копейки, а он их впарил за 200 тысяч. Это мотив, вам не кажется? Я не убивал. Так, врезал разок. Я следил за Ворониным. С торгового центра, ну, там походил за ним. Слышь, ты неплохо устроился. Чего? На деньги стариков отовариваешься? Вы меня с кем-то спутали. Урод. Ну что ж, не хотите говорить, это ваше дело. С вашим пистолетом сейчас работают наши эксперты-криминалисты. Так мой ствол не боевой. Он со стрельбища. Я его взял, чтобы Кирилла пугануть. А Воронина я не убивал. Я вчера вечером у сестры был. Я там кипиш поднял, меня соседи видели. Они на шум сбежали, спросите их. Да, мы спросим. Ну давай, давай, возьми трубку, пожалуйста. Что, готова баллистическая экспертиза? Да, Воронина стреляли не из пистолета Агапова. Я так и думала, но и Кирилл, и соседи подтвердили, у него алиби. Ну что, мы встряли, встряли. Знаешь, что меня заинтересовало? Что на этом форуме, ну, про который говорила пострадавшая по поводу Воронина, единственная – это Алла Филонова, которая оставила положительный отзыв. Ага. Она увлекается загробным миром, и сеанс Воронина ей помог. Чем, интересно? Адрес есть? Есть. Было сложно без Ники, но я нашла. Бедненькая, перенапряглась. Давай я тебя пожалею. Иди ты, совсем. Не, ну а что, столько сил потратил. Что, ускользнула от тебя Елена? Ты погоди, не нагоняй. Она занята. Я звоню, идут гудки, она не берет, значит, занята. А тебе не кажется, что тебя использовали? Нельзя быть таким наивным. Вик, а что ты такая... такая... въедливая? Да. Профессиональная деформация. Это точно. Эй. Поехали, Зина. Тань, может быть, Никиной семье сообщить, а? А что им сказать? Мы сами ничего не знаем. Да. Впервые в жизни с такой ситуацией сталкиваюсь. Да? Да, хорошо. Я потом перезвоню. Что? Звонили по поводу вечеринки, приглашали весь коллектив. Не до вечеринок сейчас. Угу. Кстати, я против, чтобы ты делала татуировку себе. Дим, ты о чем? Какое тату? А, ты про логотип того салона, твое тату? Дим, я не собираюсь делать татуировку. Просто этот салон находился рядом с магазином, где я присмотрела тебе пиджак для вечеринки. Ну что, не ждали, да? Ника? Ты как? Я супер. Вам повезло, что у вас есть такой сотрудник, как Вероника Сергеевна. Юрчик, Вероника. Да. Министерство обороны выражает вам благодарность за предотвращение хакерской атаки. Спасибо. И как мы договорились, в случае необходимости мы с вами свяжемся. Да, есть. Буду рада помочь. Берегите ее. Она профессионал высочайшего класса. Всего хорошего. Так точно. До свидания. До свидания. Ника, что это вообще было? Ты расскажи, а? Ну, смотрите, на сервере Министерства обороны была брешь. Ее пытался атаковать хакер. Ну, я его заметила и решила поймать. А в итоге поймали меня. Ну, я им все объяснила, и вот. А Ника молодец. Круто. Да, и сообщите ребятам, что я в деле. Так Зай, точно. Дай грамоту посмотри. С удовольствием. Вика. Тут такое дело, если Лена вдруг окажется как-то замешана, ты же не выдашь меня? Задумался о последствиях, да? Но она же не убийца, у нее есть алиби.
А если она окажется сообщницей убийцы? Ты об этом подумал? Здравствуйте, межведомственная рабочая группа. Нам бы поговорить с Аллой Филоновой. Алла умерла в прошлом месяце. Медиум Феликс Воронин застрелен в собственной машине. Пообщавшись с потерпевшими от деятельности Воронина, сыщики выходят на Аллу Филонову. Она единственная положительно отзывалась о сеансах Воронина. Сыщики решают с ней поговорить, но им сообщают, что Алла умерла. Извините, мы не знали, примите наши соболезнования. А вы ей кем приходитесь? Муж. Можно узнать, зачем вы приехали? Извините. Да, да, конечно, мы расследуем смерть Феликса Даник. Воронина. Может быть, видели его? Нет, впервые вижу. Слушай, я тебе сейчас вышлю номер телефона. Выясни, пожалуйста, где находится аппарат. Может быть, жена что-то про него рассказывала, потому что Алла обращалась к нему за помощью, Феликс Медиум. Я не в курсе. Мне нечего вам сказать. Аллы больше нет. Да, все. Спасибо большое. Все, до свидания. Прошу прощения. У нас к вам еще один вопрос. Скажите, к вам когда-нибудь приходила эта девушка? Черт! Ника определила телефон Елены в этом доме. Тихо. Успокойся. Я никому не хочу навредить. Ну вот и прекрасно. Я безоружен. Опустите пистолет, и мы поговорим. Дайте мне уйти, я опущу. Зачем вы убили Воронина? Стой, где стоишь. Зачем? Этот урод. Из-за него она повесила. Где ты держишь Лену? Она в пристройке. Тварь. Лицом. В землю, руки назад. Тихо-тихо. Сейчас будет немного больно. Прости меня, пожалуйста, прости. Все хорошо. Успокойся. Мы взяли его. Все хорошо. Дмитрий Владимирович, тут вам кое-что курьер передал. О, отлично. Спасибо. А ты что такой грустный, боец? Да из-за работы. Пропустил свидание с очень красивой девушкой. Ну что ж ты так? Ну подошел бы ко мне, я бы тебя отпустил. Да я пытался, вы заняты были. Да? Ну ладно, извини. Слушай, Гриш, наши друзья пригласили весь наш коллектив сегодня на вечеринку. Бери свою девушку, пойдете вместе. А можно? Да почему нет? Нужно! А, она за городом не успеет. Так давай за ней служебную машину отправим. Вашу? Ну, конечно. Зине позвони, скажи, что я распорядился. Давай, спасибо. Действуй. Спасибо. Так, Зина. Алло, Зина, есть служебное задание. Алло, Зин, алло. Не с того начал. Попробуй по-другому. Полгода назад трагически погиб наш сын. Алла не находила себе места. Она помешалась на ясновидящих, гадалках, а потом вышла на Воронина. Еще раз заявишься, я тебя придушу. Да поймите вы, вашей жене нужна моя помощь. Пошел отсюда, пока я полицию не вызвал. Сохранит вас Вселенная.
сеансов Воронина. Алла была не в себе. Она думала, что разговаривает с нашим сыном. На самом деле разговаривала сама с собой. Она твердила, что сыну там страшно одному. Печальная история. Но все же вы совершили убийство. А я не оправдываюсь. Воронин заслужил смерть. Убийство — это не наказание. И все же, что там произошло с Еленой? Как так вышло, что она стала вашей заложницей? Я бы ее не тронул. Я собирался сбежать к родственникам за границу. Она нашла меня и стала обвинять в убийстве Воронина. Я испугался и запер ее в пристройке. Поверьте, это правда. Держи. Спасибо. Аллу я нашла на форуме. Когда увидела ее посты про Воронина, подумала, что она просто пиарит. Но после встречи с ней я поняла, что ей нужно было успокоение. Ну, а Воронин видел в ней лишь клиента, которого можно взять и развести на деньги. Потом позже я стала следить за Воронином. Увидела, что за ним следит Мушалова. Ну, и после всего того, что сегодня произошло, я решила да просто взять и поговорить с ним. Глупая затея. Надо было обо всем мне рассказать. Да я думала, что у меня получится крутое интервью. Это мое первое серьезное, настоящее расследование. Ух, с возвращением. Спасибо. Вообще тебе очень повезло, он мог бы тебя убить. Но рядом со мной тебе нечего бояться. Дамы и господа, минуточку внимания. Татьяна Андреевна, это вам. Спасибо. Дамы и господа, наши общие с Татьяной Андреевной друзья устраивают вечеринку в ретро-стиле. И пригласили наш скромный коллектив, так что час вам на сборы. Внизу встречаемся и идем. Ту-ту-ру-ту-ту-ру. Татьяна Андреевна. Пошли. Ну что, Ник, расскажи, что там у тебя произошло. А, смотри. В общем, я, как обычно, решила залезть на сайт и проверить свою информацию. Так. Ты как? Информацию дальше. Пойдешь со мной? Куда? На вечеринку? Ну, это как пойдет.